Мы жили в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидовали. Но однажды упали цены на нефть, уволили многих россиян. Да вы охренели, что ли? А другим урезали зарплаты. Пиздец. И все потому, что к нам подкралось великое зло. А у великого зла всегда есть великая тайна. Никто не должен знать про золотые яйца Чингисхана. В этом году гастарбайтеры. На чем так поднялся, брат? На ремонте квартир, брат. Милиционеры. Я ж ты видел, гад, чтобы работник ГИБДД взятку брал. Это же ГИБДД, понимаешь? Врачи. Мы с моим аппендицит вырежем. Штука баксов. Женщины. Он вообще говорил, что на мальчишнике проституток не бывает. Я что, на мальчишниках не была? Фрезеровщики. Я же ваш, такой же гомосек, как и вы. И все-все жители нашей прекрасной страны узнают правду. Кто устроил финансовый кризис? Я тру яйца, и цены на нефть падают вдвое. И кто его остановил? Дебилы. Сергей Светлаков. Стой! Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Виктор Вержбицкий, Александр Семчев, Николай Басков. 24 декабря. Я буду руки твои целовать. Нажальника вам нужно! Узнай правду о нашей судьбе. Красный крестик, пусти нас, пожалуйста. О, спасибо, зеленые стрелочки. Наша Раша. Яйца судьбы. Во всех кинотеатрах. Вы что, пожалеете? Я на вас артист Чечни!